Надо узнать, зачем Персею понадобилась бомба. Парк, что еще было в той распечатке, притащенной из базы? Там упоминаются какие-то раскопки на Урале. В Ямантау. Наш человек в КГБ подтвердил факт операции. Ямантау. Я думал, Хадсон и Уивер там давно все зачистили. Верно. Персей хочет добраться до старой ЭВМ. Значит, Драгович и Штайнер оставили там кучу ценного? Штайнер, отправь нас с Вудсом. У тебя личные мотивы, а проколы здесь недопустимы. Ерунда. Ты знаешь, что я лучше всех справлюсь. Решать мне. Поручаю это Мейсону и Вудсу. Найдите ЭВМ раньше, чем Персей. Я свяжусь с Беликовым, нашим агентом в КГБ. Он обеспечит транспортную поддержку. Черт, он захочет управлять вертушкой. Чтобы Персей не искал в Ямантау, мне это нужнее. Первое задание вон за той горой. Спасибо, Дмитрий. Как найдем ЭВМ, свяжемся по радио. Вудс, а ты знаешь, что в КГБ делают с двойными агентами? Нет? Да. Если они победят в этом сезоне, я готов пойти на расстрел. Но топливо у меня только на час. Потом ищите другой транспорт. Идем, Мейсон. И это наш человек? Пусть запах перегара тебя не обманывает. Дмитрий наш человек. Он знает, где у них зарыты трупы. И лично зарыл половину из них. Осторожно, дозорные на горе. Прежде чем идти туда, их надо убрать. Метка. Ничего так. Идем дальше. Бери одного, а второй мой. Черт, Мейсон, мне кого-нибудь оставь. Хлипковато как-то. Но если он выдерживал коми. Ну, вперед. Заглянем к ним в гости. Проще простого. Станция спутниковой связи. Столько лет, а еще стоит. Хоть и с трудом. Идем дальше. У них снайперы. Не попадайся им на глаза. Пригнись, старайся не светиться.
уничтожена. Погнали. Вроде бы чисто. Черт. Ты посмотри. Русский, но, по-моему, они собираются поднять ИВМ с помощью крана. Хорошо, что найдем я не боюсь кран, высоты. Найдем ИВМ. Ну, это точно работает с этим инженером. Идут первыми. Перезаряжаю! Пушку уронил. Граната пошла! В следующий раз первым пойдешь ты. Там внизу тоннель. Тебе придется искать другой вход. Понял. Вудс. Отлично. Холодновато. Арбалетная стрела. Это место было заброшено после схода лавины. Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Ничего необычного. Заперто. В любом случае, разве здесь есть что-то важное? Не вижу ничего ценного. Нужна помощь!
Что это за вещь? Мне нужно подкрепление. Выдвигаюсь! Контакт! Слышу тебя. Ты где-то близко. Спорим, это ключ от оружейного шкафа. Гранату, взорви его. Идиот, мы рискуем. Что это было? Ты слышал? Эй, смотри-ка. Благодаря твоему шуму о нас теперь знает весь Советский Союз. Хорошо поработал. За это мне и платят. Сюда, шеф. Мейсон, бери трубу. Найди что-нибудь, чтобы поднять АВМ. Раскопы видишь? Если я правильно понял карту, поверни на пару градусов левее, севернее. По-моему, им тут нужна не только ЭВМ. У Штайнера было много безумных проектов. История с Новой 6 — лишь верхушка айсберга. Кажется, они уже собираются уходить. Вот. Что это? Бинго. Судя по карте, кран стоит над вестибюлем, который в двух шагах от машинного зала. В западной части базы стоит большой кран. Захвати лебедку. Кажется, это оно. То есть, лебедку. Извини, мешаешь. У нас вертушка. Пожалуйста.
пожалуйста. Я выделяю. Нас окружают. На месте! Опускай лебедку! Снижаюсь!